좋은데 끌고 가네요. 끌고 갔는데 잡아야 의미가 있는 거예요. 연속 좋다. 미나 연결 되는데요. 타라스케 심장 들고 있습니다. 아, 타라스케 심장이 이거거든요. 죽지 않아요. 들어서 서브가 되고 잡고 잡아요. 부수고 두드리고 병영 다 깨져요. 깨져요. 들어가서 리나 두 방 세 방 네 방 다섯 방 넘고 곰 곰이 때려도 줄지 않아요. 아 이거 무시하고 병영 때리고 있죠. 병영 깹니다. 두드리고 썸니다 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 깨져요. 오늘 병영 깼어요. 자 썼는데 곰 곰 들어갔는데요. 자 들어가요. 뛰었어요. 곰 잡혔습니다. Здравствуйте! Сегодня мы с вами находимся в студии с мастером Никсом, который умеет красиво делать рампаги и бить и баллы. Как дела, Никс? Все заебись. Ну расскажи мне, кто тебя научил делать такие офигительные рампаги? Говорят, ты еще и мамок любишь и бать. Ну, это длинная история. Все началось с того, как я встретил Мерлина. Этот чувак обучил меня всем искусствам мамолюбства, а уж затем я научился ебать мамок так же круто, как и он. Он мне всегда повторял, что мамок ебать — это не дотку катать, и что, мол, если научусь мамок ебать, то и в дотку катать по-пацански начну. И сколько мамок ты уже уебал за свою карьеру? Ну, я сводил в кино мамку Мерлина, погулял с мамкой тролля и потом попытался провернуть все свои грязные трюки с другими мамками своих друзей. Только вы не говорите ничего троллю, а то он мне даст пизда. Ну может это не очень хорошо ебать чужих мамок? Ты не думал сводить в кино девушку своего возраста? Меня, например? Дура. Как же я тогда буду делать рампаги и развлекать мамок всех своих друзей? Думай, о чем говоришь. Повторяй умные слова своего наставника, в дотку катать — это не мамок ебать, а мамок ебать — это рампаги делать. Хорошо, и напоследочек. Может, передашь кому-то приветы? Я хочу передать большой привет мамке Шутера, мамке Орла, мамке Тролля и всем остальным мамкам на свете, которых я водил в кино. Спасибо, что поддерживаете меня. Всем спасибо. С нами был Никс. Удачи! I don't mind, 'cause this is something that I have to find. After all this time, I'll be okay. 'Cause when the skies turn black and the floor beneath you starts to crack, you know I'm coming.